перевел и озвучил «Окей». Эй, Анвар! Чем занимаешься? Ты как, Майк? Эй, Анвар, заходи ко мне в гости, или ты зассал? Майк, я говорил, я работаю всю неделю. Я правда не смогу. Ты можешь. Можешь. Пожалуйста, не начинай. Ты можешь, можешь. Я не вижу ни одной причины для отказа. Я вообще-то готовлю сегодня ужин и... Я сделаю тебе сэндвич. Такого ты не пробовал. Сытнее некуда. Я сейчас не голоден. И у меня нету времени на это, серьезно. Пойдем. Слушай, я не вру, у меня нет времени на это. Пойдем. Сейчас. Приятного аппетита. Угощайся. Все мне? Все тебе. В сыре я разбираюсь. Ты такого еще не пробовал. Это, блядь, сэндвич всех сэндвичей. Как-то сыра многовато. Послушай, выпердыш, не смей говорить так про рецепт, который моя семья хранила 2000 лет. Он помог им рабство пережить. Вот, еще откуси. Очень вкусный сэндвич, да? Вкуснятина. Я знаю. Мы закупаем козий сыр в Казахстане. Пробовал такой раньше? Козий сыр. Ты ж сам из Казахстана, да? Нет. Ну и похрен. Очень вкусная штука. Тебе стоит его съесть побыстрее. Полностью, что ли? Весь, весь. Налегай, парень. Может, я его с собой возьму? Не. Я не смогу его съесть и домой опаздываю. В пизду, давай играть в Call of Duty, парень. Прямо сейчас. Я не могу, моя жена... Держи крепче. О, мужик, подловил меня. Играешь как кусок дерьма. А ну попробуй еще, может быть повезет. Хорошо. Еще разок. Еще разок. Я был пиздатым на ринге, но тут я просто бог. Папа, 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 папа. Да, слушаю. А давай поедем отдыхать в Египет. Слушай, мы можем поехать куда угодно. Зачем нам Египет? Ладно. Нам не обязательно летать в такие скромные страны, как... Пока. Ах ты, педик мелкий. Я тут со своей дочерью разговаривал, отвечал на ее вопросы. А ты, сука, застрелил меня? Одно убийство. Всего лишь одно убийство. Съебись отсюда!